И вот сегодня пришло то время, когда подошла церемония награждения победителей нашего чемпионата. Очень приятно награждать участников. Мне всегда эта церемония, знаете, вдохновляет, и мне хочется, чтобы каждый из вас, конечно, был победителем. И верьте мне, что оно так и есть. Но, к сожалению, вы знаете, как везде, существует только первое, второе и третье место. Но каждый из вас боролся за это место, и я думаю, что те, кто не выйдут на пьедестал победителей, они добьются этого в следующих чемпионатах. Как в любом спорте, каждый из нас рвется вперед к победам. Я вас всех поздравляю с участием в чемпионате «Молодые таланты Украины». Ждем вас на чемпионате Украины. Спасибо. Но прежде чем мы перейдем к официальной части награждения, награждения победителей чемпионата, мы хотим показать вам тех, наверное, бойцов невидимого фронта, которые постоянно трудятся, постоянно делают все титулы тех людей, которые составляют жюри нашего чемпионата. Но еще раз с огромным удовольствием назову. Инна Пикуш, город Днепропетровск. Мастер-эксперт международного класса. Бронзовый призер чемпионата мира 2004 года в Милане. Тренер национальной сборной команды парикмахеров Украины. Главный технолог школы парикмахерского искусства Людмила Абрамова, центр моды. И вообще человек, с которым мы очень любим танцевать на мастер-классах. Стрецкая, город Днепропетровск. Не уходи, Ириночка. Ирина, стой здесь уже, мы всех вас посмотрим хоть вы. Ирина Стрецкая, город Днепропетровск. Парикмахер-модельер, мастер международного класса, тренер национальной сборной команды парикмахеров Украины, технолог школы парикмахерского искусства Людмила Абрамова, дипломант чемпионатов мира в Сеуле, призер международных конкурсов в Финляндии, Австрии, Бельгии, Голландии. Парикмахер-модельер, мастер международного класса, тренер-преподаватель Академии парикмахерского искусства в городе Одессе, преподаватель Высшего художественного училища имени Грекова, город Одесса. Медаль, медаль, медаль. Петровск. Судья международной категории, тренер национальной сборной команды Украины, преподаватель школы парикмахерского искусства Людмилы Абрамовой, центр моды. Ее ученики завоевывают призовые места на международных конкурсах и чемпионатах мира. Елена Юдина, город Днепропетровск. Визажист, мастер международного класса, сертифицированный судья Украины, член национальной сборной команды Украины по декоративной косметике. Оксана Ермакова, Днепропетровск. Визажист, мастер международного класса, сертифицированный судья Украины. Есть Оксана? Да. Мастер международного класса, судья международной категории, член национальной сборной команды парикмахеров Украины, участник чемпионата мира 2004 года в Милане, дипломант чемпионата мира в Москве, дипломант чемпионата мира в Чикаго, владелец салона «Стиль КТ». Юрий Ющенко, город Харьков. Мастер международного класса, член национальной сборной команды парикмахеров Украины, участник чемпионата мира в Милане. Вячеслав Дюденко, город Киев. Дважды чемпион Украины, обладатель звания создатель моды в Париже, рыцарь ордена Шевалье Всемирного конгресса Интеркоафюр Мондиаль в Токио. Член артистической сборной у команды Интеркоафюр Мондиаль, создатель и руководитель школы профессионального мастерства парикмахеров Дюденко Киев. Ирина Елфимова, парикмахер-модельер, мастер международного класса, тренер национальной сборной команды парикмахеров Украины, технолог школы парикмахерского искусства Людмила Абрамова, центр моды. Призер международных конкурсов в Финляндии, Хельсинки, Бельгии, Брюсселе, чемпионатов мира в Лас-Вегасе, Сеуле, гран-при чемпионата Европы в Вене. Приятно видеть этих молодых людей. Вы знаете, мне очень легко с ними работать. И в этом году первый раз
Команда Украины. Вы, Кураж Виктории, город Днепропетровск, аплодисменты. Второе место. Татьяна Мельникова, город Запорожье. Вы видите, я подарок зажала, как всегда. У меня к вам просьба ко всем. Когда вас приглашают на награждение, будьте добры, радуйтесь этому событию, потому что дай вам Бог, чтобы вы это продолжили и дальше. Но первое награждение, оно самое ценное. И первое место Везнюк Светлана, город Днепропетровск. Поддерживайте, пожалуйста, своих коллег. Нет, извините, конечно. Поздравляем, следующая номинация. Следующая номинация — фантазийный макияж. Третье место. You will see shiny cars, and that's when you need it there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Then I'll always be your friend. Took an oath, I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh. 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 Fancy things, they're never coming in between. You're part of my here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart.